Лето заканчивается, но период отпусков продолжается. Какую камеру взять с собой, чтобы запечатлеть все моменты отдыха и на суше, и под водой? Давайте разбираться в изобилии предложений и ассортименте. Есть варианты попроще. Они берут ценой и большим ассортиментом в комплекте уже аксессуаров. То есть креплений много, но как бы не очень на самом деле. То есть по качеству плюс программные есть ошибки. То есть бывает, что нажали, якобы он пишется, а он не пишется. То есть вот так. То есть это вот такие. GVC, она интересная тоже, как бы, но размеры и плюс аксессуаров тоже, ну, не очень много для нее, вот для этой. Есть камера, лидер, наверное, на рынке, скорее всего, GoPro. GoPro – рабочее название экшн-камера. Если вы любитель активного спорта или отдыха, это оборудование для вас. Помимо самой камеры, под маркой GoPro выпускается огромное количество различных аксессуаров. Камеру можно прикрепить куда угодно – на голову, на ногу, на машину, велосипеды, мопеды, взять с собой воздух, прыгать с парашюта или нырнуть вместе с GoPro под воду. Цена от 10 тысяч рублей. Есть варианты попроще – это водостойкая мыльница, стоимость от 6 тысяч. Они уже сразу готовы к съемке, до 18 метров под водой, то есть как бы можно включать, хватать без проблем, также и видео снимать. Мы совсем забыли про мобильные телефоны. Есть уже те телефоны, как Samsung, которые не боятся ни пыли, ни влаги, тоже снимают до метра под водой без проблем. Как бы есть много приложений, также есть для GoPro приложения. Их можно друг к другу приконнектить, и будет картинка, которая происходит на GoPro, отображаться здесь. Угу. То есть как бы можно будет следить, ну и также управлять. Вообще приложение, то есть для iPhone и для Android. Так, с техническими характеристиками разобрались. Самое время проверить водостойкие гаджеты в деле. Итак, время экспериментов. Сейчас будем тестировать три агрегата, которые способны снимать под водой. Это камера GoPro, камера-мыльница и сотовый телефон. Опускаем кольцо под воду. Первая ныряльщица – водостойкая мыльница. Изображение кольца вышло мутноватым. Второй испытуемый – мобильный телефон. Лучше всего у нас получилось селфи, сделано из-под воды. Ну и, наконец, GoPro. В нашем импровизируемом бассейне места маловато, поэтому сложно оценить качество работы. Для такого агрегата нужен бассейн посерьезней – аквариум. Самое то. Ну что, нет-вердикт таков. Хотите не только снимать и фотографировать под водой, но еще и разговаривать, писать сообщения и прочее? Для вас водостойкий телефон. Для морских фоторазвлечений попроще и без притязаний – водонепромокаемая мыльница. Но наилучший вариант камеры – GoPro. И недорого, и качественно.